Тайфун под названием Сарика обрушился на южную китайскую провинцию Хайнань сегодня утром. Первым удар стихии принял город Ваньнин. Скорость ветра в центре урагана достигает 45 метров в секунду. Шторм несет с собой песок и воду, разбивая окна и вырывая скорость пути. В некоторых районах зарегистрированы волны высотой в 6 метров. На Хайнане объявлен максимальный красный уровень готовности к чрезвычайной ситуации. Сотни рыбаков и строителей эвакуированы в убежище. Дорожные полицейские вынуждены работать круглые сутки под дождем, чтобы обеспечить безопасное движение. Закрыты туристические достопримечательности и школы 8 территорий провинции.